плаценту зарабатывают на перепродаже органов, и, соответственно, плаценты. И на абортах все то же самое. Простите, торгуют просто вот этими маленькими, не родившимися еще детьми в угоду разных корпораций и занимаются этим, я уверен, абсолютно люди, которые имеют отношение к власти. Как вы считаете, что может конкретные люди делать с этой ситуацией, чтобы как-то изменить? Конкретные люди должны менять сознание свое в первую очередь. Если каждый человек будет внутри себя относиться к себе как к душе, которая пришла, да, там, вот, ну, там, какой-то, ну, там, божественной субстанции, ощущать, что Бог во мне, а я в Боге, и понимать, что внутри растет вот это маленькое божество, вот, то не будет вообще даже мысли уничтожить или убить, или не дать жизнь этому существу. Что значит быть мужественным? Это быть честным, это быть смелым, это быть настоящим, это быть правдивым. Вот какое качество личности важнее всего для настоящего мужчины? Ответственность, забота о детях, женщинах и стариках. Настоящий мужчина никогда не... Продолжите фразу. Никогда не сдается. А быть мужчиной – это? Быть мужчиной. А кто был для вас примером настоящего мужчины? Мой отец и мой мастер Алексей Владимирович Баталов, мой партнер по бизнесу, друзья моего отца, военнослужащие, причем такие серьезные ребята военные, они были для меня примером. Все. Супер. Все? Все.